нашем городе, в Ахтубинске, все люди как люди. С утра на работу, вечером домой, все заняты своими делами. И так их много, что порой обращать на что-то иное внимание просто нет времени. Но не все ахтубинцы такие. Взять Владимира Николаевича Круглова. Военный пенсионер, охотник, любитель природы. Вот ему до всего есть дело. Живет на Ардагане. Внизу пьяный лес. Спустился недавно птичек послушать. Обнаружил свалки, трупы животных, стойбище бродячих собак. Пошел по инстанции с целью навести порядок в зеленой зоне у подножия города. «Раньше здесь тоже мусор был», — сказал Владимир Петрович. «Но до полой воды его убирали». Мы всегда планируем так. Уборку, зачистку чистых берегов провести до подъема воды. В этом году подъем воды был попозже немножечко, но, слава богу, еще не дошел до того уровня, который был прежде. Раньше он заходил сюда, где вот там этот мусор, и весь мусор туда стекал. Были такие случаи. Обошел Петрович все советы, выяснил, с экологами проблема. Прошло время. Что изменилось за прошедшие 2 недели? Полая вода до мусора не дошла. Как он лежал, так и лежит. Не смыло его в реку водой, как обычно бывает. А у собачьей стаи проблема с питанием появилась. Весь учебный год они бегали вокруг 4-й школы, и ученики их прилично подкармливали, делились завтраками. Теперь наступили каникулы. Однако сердобольных людей в городе еще немало. Жизнь, одним словом, продолжается, хотя недовольных ею немало. Владислав Лихварь, Татьяна Смагина, Ахтубинск ТВ.